Под прицелом видеокамеры и из-под носа у продавца. Так, магазин фототоваров в Автозаводском районе лишился нескольких сотовых телефонов. Установленная там камера видеонаблюдения запечатлела, как с виду простой покупатель заходит за прилавок и уходит уже с чужими мобильниками. Вот здесь стоял мужчина, смотрел, что на витринах происходит. Я вышла, спросила, то, что его, может, интересует. Он говорит, нет, я просто смотрю. Ну, я, в общем, допустила такую ошибку, ушла обратно, делала дела. Здесь у нас было открыто, то есть он свободно прошел и вот со стола забрал телефоны. Два телефона, мой служебный. Ну, мой телефон 6 тысяч стоил новый, а служебный 17. Ну, честно говоря, был уже конец рабочего дня, хотелось побыстрее закончить дела. Просто даже в голове такой мысли не было, что возьмет, пройдет, заберет. Прилично одетый, то есть подозрений не вызвал, что такой человек может что-то украсть. На входе расклеили объявление, то есть сняли фотографии с видео. Надеемся, что люди узнают. Пока обнаружить вора не удалось, но на фото отчетно видно его лицо. Так что если у вас есть какая-либо информация, то сообщайте ее по номеру 256-0202 или по каналу связи 02.